Очень эмоциональный матч, наверное, особенно второй тайм, и тебе пришлось поработать неплохо. Что сейчас думаешь? Ну да, тяжело, потому что сегодня было очень жарко, и не привык играть в такие погоды. Но я считаю, что результат неплохой. Здесь всегда очень сложно играть. И идем дальше. А впервые в этом сезоне сыграли с тремя центральными защитниками. Для тебя, как для голкипера, это лучше или хуже? Было ли непривычно? Как ощущаешь? Ну, ты знаешь, для меня вообще разницы нету. Не очень хорошо принял вот эту тактику, даже на как не без разницы, на три защиты, на два, на четыре. И мне уже много раз играл с три защитника, всегда хорошо сыграл. Но сегодня, к сожалению, Алексей заболел, не может сыграть, да, и в последний момент Павлович тоже какое-то изменение сделал. Но я считаю, что неплохо было, было хорошо. То есть в целом одно очко, движение вперед? Да, ты все правильно говоришь. Я все знаю.